Пепел надо бабки сдать, эффективней торговать. Она что-то сотворит и продаст мне дефицит. Heavens, she was already dead. Heavens. Первый Локи есть местечко, там сверчок сидит за печкой. Стоп, это не тот стишок, в смысле сбил электрошок. Там внизу в сыром подвале, за 50 замками, в камере сидел ворюга, вызволил его хитрюгу. Серокрыс его зовут, и теперь он в храме тут. Только вот его Лоретта сгинула из дарк-сюжета. На балконе ее кости я нашел, когда чехвостил. В позе траурной сидит и со мной не говорит. Надо ему время дать, боль пройдет, пойдет лутать. Я с ним погрущу по-братски, позже он покажет цацки. А пока я двину ноги в сторону одной берлоги. Ваня был недавно там, ты, наверное, видел сам. Надо деву навестить, дверь железную открыть. Я не зря у бабки терся, ключ могильный там завелся. В склеп зайду, найду там вилку, грех отпустит за проделки. Может снять опустошение, помолясь, найду решение. Тут трансформеры скелеты, на полу лежат их кеды. Собираются в пакеты, угрожают мне стилетом. Плоть их сгнила, только кости все еще трясет от злости. Ваня их в муку порубит, зубы выбит, двинет в бубен. Прах развеет на ветру и рассеет мишуру. На земле лежит кристалл, блеском разума он пленял. Я его хотел поднять, вдруг он бросился бежать. Я за ним стремглав погнался и, настигнув, поквитался. Сразу стало невдомек. Кристаллический зверек? Ящерка-кристальный панцирь? Наловить таких засранцев и зажарить на обед пару киевских котлет. Пока Ван ловил блестяшку, на его башку в кудряшках приземлился лесоруб. Чуть пилой не выбил зуб. Дверь ему я разломал, на пиле сыграл вокал. Вот и дело, что искал, разгребая тот подвал. Рад тебя я повстречать. Ты меня не видишь, мать? Дара зрения лишили, плоть ее во тьме схватили. Тьма кусает ее душу, просит прикоснись снаружи. There you are, so close indeed. Then I am not entirely alone just yet. Praise the merciful gods above. Ощущение тактила очищает ткань эфира. Дева духом вновь воспряла, про судьбу не рассказала. Ты, Ирина из Карима, отправляйся в храм к служивым. Хватит тут одной сидеть. Воздыхать, страдать, реветь. Я тебе шепну на ушко, в храме ты найдешь подружку. Испечете с ней ватрушку, загудим на всю катушку. В общем, в коллектив вступай и печаль свою бросай. Ну а я с твоим прислужкой перетру, чё как за кружкой, и попозже порешу, как спасти твою судьбу. Pitying creatures that are beyond help. Yeah, very well. I'm sick of looking after her at any rate. I'm Egon, and I'm allied to you for as long as you assure the girl's safety, and only for that long. Мне пора вернуть должок, преподать врагу урок. Рыцарь в яме мародеров усмехается с укором. Годрик, я тебя умою, смерть тебе, позор я смою.
Выходи в неравный бой, смело встречусь я с тобой. Буду драться, как медведь, вами ты запомнишь впредь. И меча узнаешь силу, стойкий дух начистит рыло. А когда начнешь слабеть, я не стану силу жалеть. Сделаю последний выпад. Годрик мертв. Все, я на выход. Бля, готов, готов, бля. Готов. Твою маму. В этом диком поселении Ваня даровал спасение Корниксу с Великой Топи. В храм направил его ноги. Если ты в душе пожарник, пригодится вам напарник. Он огнем владеть научит, пиромантию озвучит. Будешь жарить шашлыки огонечком из руки, даже если спичек нет, все равно огнем согрет. Пати в храме все жреет, Ване душу это греет. Надо только печь достать, транспозиции, вашу мать. А для этого пора к дереву сходить с утра, поглядеть, что там за диво. На поляне все красиво. Нежить в позе тут сидит, беззаботный строит вид. Слева вижу Баобаб и его большой масштаб. Только я сказал всем здрасте, тут же вылезли напасти. На меня напали хором, чтобы отрезать помидоры. Ну, с колхозом-то все ясно, нравы их не куртуазны. И мотивы их бессвязны, поведение опасно. Больше них меня волнует то, что этот дуб дрейфует. В смысле, эта деревяшка встала и пошла, дурашка. Дуб, который может топать, по поляне корнем шлепать, вызывает два вопроса. С чем курил я папиросы и какую съел траву перед боем наяву? А еще зачем-то ноги в Баобаб пришили боги. Мне так кажется, что он был не деревом рожден. Кто-то проклял существо, и оно корой пошло. А теперь своей рукой хочет мне сломать настрой. Сильно стукну я по ветке, аж в глазах искра на сетке. Только дерево стоит, не пронял его кульбит. Краем глаза замечаю, почки в дерево врастают. По бокам увид, зараза, надо их рубить все сразу. Тактика сулит победу. Мне бы закончить до обеда. Только вот рука мешает, дерево меня хватает. Топчет по земле ногами, прыгает, шибет кусками. Жижу плещет по воде, я кручусь, как жук в ботве. Отрублю тебе все ветки, соскоблю коры жилетку. И в дупле найду на дубе печку транспозиции вкупе. Нет, я больше в лесорубы не ногой, я вам сугубо откровенно заявляю, лес рубить мне в лом, лентяю. Взмок, как бобр на пруду, в храм вернусь сушить пету. Пообсохну, съем ватрушку, поторгую со старушкой. С Лудлетом обсудим тему транспозиции дилемму. Methinks each now bring to me a twisted soul.
Оказалось, этот муж пушки делает из душ. Печкой жарит чудеса, предлагает два кольца. Что ж, не зря я с древом бился. Шрам над ухом окупился. Есть теперь у Вани страсть души боссов всех украсть. Поменять их на ружье или новое цевьё. Лифт, что Сигварда смутил, быстро вниз меня спустил. В центре зала вижу труп, рядом бродит душегуб. Он какой-то странный очень, на коленях ходит ночью, а в руках его блестит хладный меч, застыг горит. Я так понял, стиль собаки выучил он для атаки. Может, это младший брат того ворда у оград? Пофиг, быстро бошку с плеч, и ритильский его меч Ване сильно пригодится. Морозилка всем сгодится. Буду охлаждать им Эстус, он в жару вкусней Фиесты. За воротами бугор, справа тут горит костер. Жертвы путь, гласит табличка. Кто тут Ваню встретит лично? На тропе стоят каркуши. Ты сегодня чистил уши и глаза с утра помыл. Повезло, а я забыл. Потому сожру я уголь, чтобы птиц гонять по кругу. Машут крыльями они и грозят наделать дыр. Вооруженные клинками есть и те, кто жнет косами. Жаль, не прихватил пшена, птичек покормить сперва. Вдруг они тут голодают, поэтому страдают. Хриплым голосом поют и совсем гнезда не вьют. За скалой гуляет тетя, бампер у нее в лохмотьях. Полуголая девица, поселилась тут при птицах. Нож мясницкий рубит Ваню. Хватит бить меня ногами. Давай лучше потанцуем, мило с Ваней пофлиртуем. Но деваха в шляпе зла, хочет зарубить козла. Измельчить ножом свинину, расцарапать Ване спину. Дочка мясника родилась, с детских лет с ножом крутилась. Резала, рубила плоть, замутить ты с ней забудь. Не везет Ванюше с бабой, вот и эту не полапать. Снова ей башку рубить, как тут Эстус не запить. В общем, отдавай свой нож и чеши куда ты хошь. В мире есть еще девицы, придет время насладиться. Про носок чуть не забыл, я же его вчера помыл. Прохильнусь разок-другой, двину с чистой головой. Тут под горкой лут остался, от разбойников достался. Топоры, кинжалы, маски, соберу все без опаски. Дальше вижу два пути. Под мосточком лук блестит, а за ним горцуют птахи. Буду их рубить в замахе. На пригорке вождь Каркуш, фиолетный вылил душ. Цветом он предупреждает, вас немного отравляет.
Если вас кромсают птицы, надо быстро укатиться, отхилять себе хп, вызвать их на пвп. Я едва в живых остался, если честно, обосрался. Голосок у этих тварей нагоняет жуть сценарий. Подобрал все перья птиц, жаль, что не было яиц. После этих жутких арий мне б яичницу пожарить. Ну да ладно, съем грудинку, злобных куриц половинку, а потом махну с моста. Псов избавлю от хвоста. Чудеса колечка Морна, фолиант Карима с перья. Курица пошла в дыру, местность чистая, валю. На костре сидят два тела, надо разузнать, в чем дело. Первая девица Анри. Шлем скрывает прелесть дамы. I am Anri of Astora. This is Horace, a friend and traveling companion. Are you too in search of the Lords of Cinder? Карту местности она нарисует мне сполна. Лес мучений, храм глубин. Мрачный Олдрик нужен им. He's an upstanding, kind-hearted knight. Without his help, I would have cursed this onerous duty long ago. We are well along the road of beyond the flooded. We may go on the next time the flames. Справа ждет ее соратник. Пробурчал мне что-то ватник. Стражей знаком наградил, слов Гораций не учил. Когда я смотрел в бинокль, где флажком махал широко, то внизу увидел лес, а теперь в него залез. Вот и мост стоит в разлуке, виден снизу даже старухи. Тут меня лесник встречает, острый кол в руках таскает. Для чего ребятам палки, непонятно мне в запалке. На поляне есть грибочки, скушай их, посадишь почки. Это как сажать поганку, вывернет тебе изнанку. Но зловещий всех на свете местный дядя, крест в хребете. Я слыхал от местной швали, Иисусиком прозвали. Дикий он, как 100 котов, загробастать вас готов. Хорошо, что он дуреет, если меч его огреет. И достойней всех оваций рыцарь черных комбинаций. Это очень сильный враг. Нужен навык контратак. У него двуручный меч, рубит он им прямо с плеч. Если вас задел удар, из ушей повалит пар.
Ну а если дропнет щит, Ван в восторге запищит. Но сегодня не везет, черный рыцарь пропадет. Тут нашел я скеметары, уголь фарана для жару. Здесь, пожалуй, отдохну, может, даже чай попью.